В Верхолах очень крутые завтраки. Очень много разноцветных разных овощей. Есть молодая картошечка с укропом, с маслом. Вот она. Обожаю сырники. Они такие пухлые, как теннисный шарик. Обязательно со сметанкой. Вот они. Парапам-папам. Кроме того, появился Наполеон. Наполеон, мама говорит, пропитанный невероятно. Я пока на диете, но мама вот такие пальцы показывает, 10 штук. Арбуз есть. Арбуз не как вода, как мед. Настоящий херсонский арбуз. И мусс, птичье молоко с клубникой. И большой плюс в том, что завтраки до 10:30. Причем во многих отелях в 10:30 ты получаешь уже дулю такую с маком большую. Максимум пучок петрушки. А здесь вся еда обновляется именно до 10:30. Поэтому можно проснуться в 10:20 и не остаться голодным.